Когда лучше всего начинать собственный бизнес? Когда вы закончили школу? Ведь чем раньше вы начнете, тем больше опыта получите. Либо во время учебы в университете, когда вы полны сил и желаний покорить мир. Устроились на работу? Поскорее изучите, как здесь все устроено, и начинайте собственное дело. Встретили вторую половинку? Отлично! Теперь у вас есть поддержка в вашем начинании. К слову, быть бизнесменом очень сексуально. Расстались с любимым человеком? Что ж, теперь никто не будет отвлекать вас от дела. Ушли с работы? Супер! Наконец-то вы получили свою жизнь обратно и имеете достаточно времени для старта бизнеса. Вас уволили? Скажите спасибо. Они помогли вам принять решение о начале собственного дела. Появились дети? Теперь вам есть ради кого добиваться успеха. Если вы живете обычной размеренной жизнью, вам легко сфокусироваться на главном – на бизнесе. А если вы потеряли все, что имели – отлично. Вам больше нечего терять, и вы не боитесь риска. Самое лучшее время, чтобы начать свое дело – сейчас. Встань и иди. Сделай свой бизнес.